еда уходит. Ну, друзья, человек едет себе на старой обянке, на старом моторе, без стекла, на румпеле. И нахрен не надо ни руль ему, ничего не надо. А мы все гоняемся за этими лодками, какая лучше, какая круче. Еще одна. Тихо, тихо. Тихо, тихо, щука. Поджег листву, весь мир горит, и я живу без опасных аэродромов. Вдыхаю дым минувших дней, смотрю на блеск ночных огней, они мне больше не знакомы. Я наконец-то понял, меня не держат корни, и при любой погоде Hello, друзья! Всем доброе утро! Блин, как холодно, да? Опа! Время 7.20, на улице дождя нет. Все ништяк. Будем вставать, попьем чай. А вся улица ничего нет, только чай. Чай, масло и цибуля. Погнали. День два. Чего? Ужас. Носок. Тот. Холодная. О, хорошечно. Фу, бля. Пасть-то помыть надо. Сырое все, мокрое. Все в России. И сука, птичка, тварь, насрала. Новый колпак. Все мокрое. Вот когда хреново, когда нет тента на лодке, кстати, друзья. Так вот выглядит лодка с утра. Все мокрое, все крутое. Сейчас заведем наш монстр мотор, подсос. Блин, здесь тоже обосрано. Вот суки, а? Смотри, засрали всю лодку, блин. Ну что, не так? Мало подкачал. Ну, наверное, не заведется вот без этой штуки, да? Наверное, нет. Оп!
Ничего. Видите, с первого раза. Сейчас просто погреется чуть-чуть. Трусы подтянем. На работу, кстати, 13 часов. Уже 13 часов. Вчера я наездил часа два. Оказывается. Такой вот штиль. Красота с утра. Надеюсь, рыба будет ловиться. Главное, есть вода. А то закусывать рыбу. Так, вернее, закусывать рыбой самогонку. Такое себе. Вода цветет, кстати, зеленая. Это не есть хорошо. Рыба плохо ловится. Сейчас еще лис пойдет, и все, хана. Хана вообще всему. Эхолот, эхолот, нужен эхолот. Сейчас бы здесь вот не стояли мы. Если бы знали мы, какое здесь дно, что здесь и как. Ну, увы, эхолота нет. Слишком падло дорогой. Друзья, кстати, кто хочет помочь каналу, там есть в описании видео карта, можете помочь. На эхолот, на все такое. Следы лося присутствуют. О, как мелко, ё-моё. Как бы сейчас там пройти еще? Русло найти надо. Вот что странно, да? Когда, блин, реально, не снимаешь этого дикаря, ловится рыба хоть где, блин. Смотрите, я вот снимаю сейчас дикаря, я голодный, как волк, бля. Ноль вообще, абсолютно. Даже никто не гоняется что-то. Это какая-то есть закономерность, я думаю. Вчера этот ясь выручил меня. А сейчас-то вообще ноль, смотрите. Абсолютно. Как так? Все должно быть на руку. Нет же, блин. Во. Нету рыбы. Одна миллион и все. Поедем сейчас на большой урий. Через змейку вот эту. Надеюсь, там что-нибудь поймаем. А иначе... Аля, алю. Придется пить самогонку и бурагозить. Ну как заводится новая Ямаха, это вообще. Так вот берешь. Оп. И все. Ой. Оп. И все. Очень мелко приходится швинг где-то крутиться. Не знаю, видно. Приходится с крутым мотором пробираться. А все, я встал. Ё-моё, что ж такое-то? А где проходить? Ну-ка, весла. Первый раз взял весла с собой, кстати. Обычно я в них не нуждался. Но сейчас... О-о-о. Так. Ну, на веслах можно пройти. Ну, там, по-моему, глубже. Да. Значит, русло у нас где-то вот там, сбоку. А я тут спинку еще бросаю, тут дна нету. А, вон мель, ё-моё. Нифига, я прям на мель шел. О, вот здесь поглубже как будто бы. Ага. Во. Во. И здесь надо где-то за ворот сейчас искать. Да, во, вот здесь вот сейчас окунаем. Наш мотор. Сейчас не окунаем, а попробуем так на поднятом пройти. Потому что он заводится хорошо. Ай, мошка. Оделся у него потеплее курточку. Что-то холодновато с утра.
Вот сейчас мы идем нормально. Полет нормальный. Главное, что вода бежит. Короче, понятно, как русло теперь идет зигзагом. Ну, на большой лодке здесь тоскливо. Казанка здесь, мне кажется, она здесь урежется своим носом, килем. Это точно. Еще и груженная какая-нибудь. А вот на таких мелких лодочках, как наша, Винбот 4 Эва, вообще топ. Это прям лодка-воровайка. Где хочешь, пролезешь. Все, вода закипела. Сейчас попробуем покидать здесь, может, что-то и поймаем. Все, друзья, пробираемся по змейке. Мотор полностью опущен. Но глубина невелика, здесь всего метр. Где полтора, где меньше, по-разному. Так что потихоньку подводные камни бывают здесь в виде бревен. Не спеша. Здесь где-то метров 300, наверное, она идет. О, лось переходил. Это здесь. Здесь постоянно лоси ходят. А за ними мишки. Ну просто смотрите, какая красота здесь. Змейка. Потому что она извивается, как змея. Так ее называют. А так вообще это соединяет два урия вместе. Какой-то там большой урий, какой-то там малый. Вот смотрите, если вы сейчас увидите, вот он там зашел, он плавал, значит. Вот видите, лось. Свежий след вообще. Даже, по-моему, сегодняшний или вчерашний. Ну точно не недельный. Лосики здесь переходят постоянно. Они здесь живут в этой гривке. Ждут нас. Но карабин с собой имеем, на всякий случай. А вдруг лось там, чуская сюда иди, такое будет делать. Не придется его ложить на лопатки. Карабин вон лежит. Карабин, оптика. Пристрелка, оптики, установка есть на канале, можете посмотреть, кому интересно. А жрать-то хочется все сильнее и сильнее. Говорю, Винбот 4 Эва, это прям вот лодка для таких речек, вообще сказка. А кто хочет перейти с этого, как его, с ПВХ-шки на жесткий корпус, это вообще лучший результат, я считаю, лучший вариант. Либо 4.02, либо 4.2. Там, ну там мотор 30-ка, блин, мощный. Большие скоростя будет с одной стороны. Ну и здесь что, бежит в одного, я иду 45 по течению. Ну, короче, 40, грубо говоря, вот 40. Она идет прям вообще 100%. Стоит задуматься, на моторе 9.9.15. Не регистрат, а 4.2 уже регистрат, уже проблемы вот эти вот. А тут вдвоем вообще комфортно, нормалды. Так что, кому надо, лодку продам. Сейчас у меня появились другие цели уже. Большие расстояния, так что лодочку будем продавать. Вот кому нужен мой комплект, в принципе, можете писать на почту, почта есть в описании канала, можем договориться, поговорить. Лодка вообще для одного человека вообще потрясающая просто. Последний заброс и выйдем в урий. Все, здесь рыбы нет. На этом стадионе тоже. Друзья, у меня то ли ужин, то ли что. А, зараза, а как она цепила четко прям в палец. Не, телефон мне захреначило. Такую малышку мы брать не будем. Плей, родная. И места, где я сейчас ловлю, я ловил на 7 килограмм щуку. Давно это было, конечно. Но ловилось нормально. Мы сюда приходили, короче, фу, блин, поймать щучку там на уху, а потом ехали на избушку. Здесь все время место такое уловистое было. Наконец-то щука, блин. Хоть какая-то еда. Опа. Тихо. Такая килограммчик. Ой, отцепилась, какая ты молодец. Такая, друзья, щука. Наконец-то еда есть.
Вон, друзья, человек едет себе на старой обянке, на старом моторе, без стекла, на румпеле. И нахрен не надо, ни руль ему, ничего не надо. А мы все гоняемся за этими лодками, какая лучше, какая круче. Видите, как бывает. Все, моторчик поднагрел, дальше газу поддал. И все, они всю жизнь у них ездят и ездят, и не ломаются. Все, короче, письками меряются. В нашем современном мире, короче. Особенно с богатых городов. Там вообще. У кого писька короче, у того яхта больше. Молодняк. Так вообще они никогда не уходят с лодки. Только если посрать. Встал на солнечную сторону. Вот, поклевка была с третьего заброса, получается. О, что-то еще, друзья, есть. Щучка небольшая. Я ее подбагрил, по-моему. Нет. Смотрите, клюнуло. Тихо. Родная. Дожди. Оп. Ну такая. Нормальная, съедобная щучка. Еще одна. Тихо-тихо. Тихо-тихо, щука. Еще одна. Тихо-тихо-тихо, иди сюда. Оп, бля, не достал. Заразы. Вот такая тоже хорошая щучка. Да, даже лучше, чем первая. Наш хирургический набор. Оп. Эту берем. Ну, добрая. Короче, друзья, рыбалка превращается... объедалку. Я попалась на эту гигантскую нашу. Небольшая. Ну, щучка. Ах, ушла, зараза. Ладно, будет еще праздник на нашей улице. Кстати, вот палку эту взял, вообще ощущение другое по палке. Уже не то. Чемпион как-то вообще классный. Тип дубна плюс неуломимая вертушка. Все, сошла. Щучка небольшая. Окунь, друзья. Был. Был и упал. Хорошо, нафиг нужен. Вот он, друзья, выход в речку Вах. Мелко капец. Здесь, кстати, щука бывает, стоит прямо на выходе. Там пляж красивый впереди. В общем, друзья, здесь такая ямина, что хочу, повторяюсь, эхолота у меня нету. Я не могу посмотреть, что там, да как там. Попробую сорядить отводной сейчас. Только здесь надо два грузика, а не один. Вот в одной ставим на леску, потому что, ну, плетенка путается постоянно. Будет два у меня, короче. Поставим один зелененький, вот этот. Один такой. Ну, что же было? Ну, видите, обмен. NHX какой-то. Что за NHX мотор? Не знаю вообще. Понятия не имею. Че, ловится, нет? Ни черта, что-то все. Ну, я поймал три щучки там вот, и все. Я одно. И никого. Так бывает. Не яма хорошая здесь.
зацеп. Друзья, приехал на еще одну избушку. Мы как-то строили давно-давно. Ну как, недавно, но строили все вместе с толпой. Вот наша лодочка стоит. Кто не знает, ее хрен найдет, тут ее с берега. Даже тропинки не видно. Тут так сделано по-хитрому. Взял с собой карабас. На всякий случай. Очки снимаем в лесу. У нас закрыто, кстати, я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Такая вот избушка. Там дальше озеро, если пройти. Зона отдыха. Вот такая вот табличка. Посмотрим, замок есть, нет? Там, кстати, туалет стоит. Замок есть. Вот он. Оп, все, открылся. Такая избушка, двунар, тут в углу печка, комаров, жесть какая-то. Да, дрова есть, кстати. Ну, тут кто может заехать. Вода есть. Макароны есть, макароны. Масло, пауки, воронка есть. Кто уже пить не может, в горло заливает. Веранда здесь такая сделана, видите. Ковер висит, фотосессию устраивает. Но я сюда не за этим приехал. Ну, как показать вам, да. Ну, здесь связь есть возле этого вот входа, где речка. Связь должна быть. Сейчас проверим. Вон там наша лодочка стоит. Здесь связь должна быть. Ну-ка. Скорость замерял. Сейчас попробуем. Самолет. Перезагружаем. Опа! Есть одна палочка. Пробуем позвонить жене. Даже три палочки. Вот здесь всегда связь была. Фу, комары. Да? Ладно, разговариваем. Алло. Алло. Привет. Привет. Еда уходит. Вялая щука какая-то, очень вялая. Надо ехать жарить щуку. А то вяло становлюсь и я тоже. На юзури, друзья. Японский воблер юзури. Иди сюда. Друзья, белохвостый орел. Красивый, вот раз в жизни сам видел. Меня снесло кепку нафиг. Мою супер красивую кепку. Ёб твою. Не
не тони, пожалуйста. Фу. Моя родная кепулька. Все, отдыхай, высыхай. А голод, не тетка, а голод. Весь я, блин, резанул. Ну что, друзья, показать вам школу выживания от берлоги 86. Есть у меня такой ножик с Алиэкспресса, выиграл я его там. У него есть огниво. Мокрое, правда, вытащим, пусть подсохнет. Берем, значит, бересту. Так вот делаем. Сейчас. Оп. Делаем крошку. Вот, и такую вот крошечку с бересты. Сейчас покажу. Вот такую вот крошечку. Вот, наделали крошечки. Подготавливаем. Щепочки здесь валяются. Тоже это береза. Лучше не березу использовать, а что-то масляное. Все, и ставим наше огниво вот на эту бересту. Сейчас попробуем зажечь. Главное не подсорезаться. Тихо-тихо. Опа! Все. Вот и все. Тоже это относится к этому, как его. К дикарю. Все, щепочки складываем. Это не реклама, ни в коем случае, я его выиграл. Но могу ссылку оставить, где он в чехле еще, чехол. А, вот чехол. Короче, 1000 рублей он стоит, если что. Такой вот ножик, даже точилка есть. Вот я им сейчас рыбу чистил. Порезал всю рыбу острой. Все, и так вот потом щепочки ложите. Одну, вторую, третью. Нужно труху усыпать. Ну, щепочки остаются здесь от... Дрова мужики колят. Получается костер. Подписывайтесь. Еще много чего покажу. Пока у нас масло нагревается, порежем нашу рыбу. Что может лучше быть свежей пойманной рыбы, жареной в лесу? Посолим. Все. И на огонь. Использую газ. Не хочу костер разводить большой. О, бомба! Переворачивалка тоже у меня щепка. Да, сегодня пир. Там еще одно лежит нарезанное. Ну и смакота, блин. И еще эти шочки. Во! Дикарь! Ух, блин! Идем за самогонкой. Ну что, друзья, вот такой вот у нас праздник. Там у нас еще на сковородочке жарится. Одну уже пожарили. В общем, я выжил, я поймал рыбку. Все, тик-ток, тик-так.
Аля-алю. Все круто. Пьем. Ваше здоровье, мое здоровье, здоровье близких. Не болейте, не хворайте. Дикарь вещь. О! Берем парную рыбку. Жареная. А только ради этого стоит приезжать на избушку. Один, вдвоем, втроем. Чтобы поесть рыбки. Выпить самогоночки, посидеть с друзьями, пообщаться. От всяких этих хлопот домашних. От работы. Телефон не ловит, да и хер с ним. Поймал, жене позвонил, сказал, что все хорошо. Спросил, как дела, чтобы не беспокоилась. И все, и дальше. Что еще надо? Время 2 часа ровно. Это мой завтрак, обед. Да и ужин, наверное. Так что... Подождите. Так что подписывайтесь на канал. Лайки обязательно. Не, лучше обязательно подписывайтесь. Смотрите, рассказывайте, спрашивайте. Всем салют, фейерверк. Берлога 86 рекомендует. Пока. Не, как пока. Ну, вторая партия у нас еще с лучком. Тут еще и корка есть. Плавательный пузырь. Бомба. Кстати, друзья, я вам не жру лайф, который не может накушаться. Ой, то есть накушивается какой-то маленькой там рыбкой. Поймал там судака на килограмм. Ой, я наелся, я все. Ни хрена, а. Видать, что-то он лукавит. Не знаю, я тут щуку спорол. Я не завтракал, не обедал. Ну, сейчас вот обед, да, 14 часов. 14.10 уже. Я ее спорол, блин, как будто бы она была вот таким маленьким мальком. И одно радует. Там еще одна есть. Друзья, когда жарите рыбу, особенно потрошка, там пузырь плавательный, будьте аккуратнее. Мне вот сейчас просто взорвалось все в лицо. Здесь чувствую, ожог будет. Где-то вот здесь еще. Глаза успел закрыть, ну, реакция сработала. Футболка вся в жире, блин. Видите, пятно. Всю жизнь. Как оно взорвалось? Но это не суть не об этом. Просто соблюдайте технику безопасности всегда. Суть. Печеночка. Ой. Во. Я никому не должен, и никому не верю. Вот теперь пока. Блин, нахрена 45 градусов делать? Ну разбавь туда 40. Дерьмо, дерьмо будет. С такой закуской 60 можно пить.